В эфире программа «По сути дела». Сегодня обсудим итоги выборов в органы местного самоуправления и подготовку к новой избирательной кампании 2021 года. Я Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте. Ставка была сделана не на количество, а именно на качество депутатов. Сами выборы, ну, такого уровня только раскачиваются, как поле для политической конкуренции. Концептуально я не против дистанционного голосования. Другое дело, как это будет реализовано с точки зрения контроля. Давайте думать о других. Они больше имеют шансов собрать народного, как бы сказать, обожания. Когда гражданин увидит, что выборы имеют смысл с точки зрения достоверности подсчета, люди пойдут на выборы. Сентябрьские выборы прошли в республике спокойно. Причин тому несколько. С этого мы и начали наш разговор с гостями сегодняшней программы. Приветствую вас в программе «По сути дела». Сегодня мы обсуждаем итоги избирательной кампании, которая состоялась 11-13 сентября. Как вы оцениваете итоги этой кампании? С начала моей деятельности, с 2017 года, мы не пропускали ни одних дополнительных выборов. И за эти вот 3 года мы имели довольно значительный результат. Мы занимали 2-3 места по количеству депутатов, неважно, сельские там поселения, либо муниципальные выборы. Как бы это ни звучало, тем не менее, эти выборы 13 сентября я оцениваю очень положительно. Я могу сказать на цифрах, у нас прибавилось порядка 30 депутатов, это в городских образованиях, в сельских поселениях. И если сравнивать с прошлыми итогами, мы в 2 раза увеличили корпус муниципальных депутатов. Сейчас у нас плюсом пришло 30 депутатов. Плюсом это сколько всего? Всего у нас порядка 200 депутатов. У вас вообще молодые пришли? У нас 3 депутатов, это из нашего молодежного кадрового резерва, наши молодежь, 4. Также на члены нашего совета регионального отделения партии вошли. То есть эти выборы у нас, ввиду того, что им пандемия внесла свои коррективы, то, что люди отказывали, там, ну, как вы понимаете, нужно собирать документы, регистрироваться, то есть кто-то отказался, поменял свои планы. Поэтому ставка была сделана не на количество, а именно на качество депутатов. Поэтому у нас сейчас вошли в состав именно проверенные наши люди годами. Пандемия внесла достаточно существенные коррективы в голосование, в том числе были опробированы дистанционные формы, электронные формы голосования в 2 регионах, в частности. Как вы относитесь к вот новым технологиям, к электронному голосованию на выборах? В период пандемии у нас вводились электронные пропуска, ну вот для автомобилей, там, для прохода людей. Да? Я сидел на горячей линии 2 дня, ну там, конечно, по графику. И вот я говорю, что вот люди элементарно, они звонили и просто у меня в телефон спрашивали, какую мне нажать кнопку, чтобы выписать пропуск. Что я этим хочу сказать? Я хочу сказать то, что нужна сначала еще грамотность для людей, для того, чтобы они умели этими ресурсами пользоваться. Это понятно, что у нас молодежь абсолютно знает всеми гаджетами пользоваться, но люди, когда элементарно не знают, какую кнопку нажать, чтобы выписать пропуск, ну о каком дистанционном электронном голосовании может идти речь? Может быть, сначала надо обучить, да? Конечно, нужно обучить, нужно, может быть, какое-то время пройдет, ну потом это что-то вводить уже. Юрий Викторович считает, что сначала нужно обучить электронным технологиям, а потом уже вводить. Руслан, приветствую. Здравствуйте. В нашей программе «По сути дела» обсуждаем прошедшие выборы. Насколько я знаю, вы возглавляете в СПЧ комиссию по избирательным правам гражданина. Как вы оцениваете прошедшие выборы? Да, комиссия, она не только по избирательным правам, но и в целом по гражданской активности. А что касается выборов, то оценивать их целиком я, наверное, не могу. Могу лишь комментировать те составляющие, за которыми я наблюдал активно. В частности, в день выборов я был в Нефтекамске, следил за выборами в Нефтекамский горсовет и еще немного за Стерлитамаком и выборами в Чекмагушевском районе. Ну, у меня сложное отношение к выборам традиционно, потому что, к сожалению, я фиксирую всякий раз, и в этот раз тоже излишнее применение админресурса в части подготовки к выборам, в части регистрации кандидатов, прежде всего независимых. То есть, на мой взгляд, все-таки иной раз избирательная система, судебная система была излишне сурова к некоторым кандидатам, которые не смогли появиться в избирательных бюллетенях. Например? Это вот активист из Чекмагушевского района Руслан Нурдинов, в частности. Он, в общем, активно о себе заявил последний год в публичном пространстве, был активен на Куштау в том числе, и такие социально-общественные проекты вел у себя в родном селе. Еще? Вот. Дальше есть истории с нерегистрацией кандидатов от КПРФ в Стерлитамаке и есть нерегистрация в качестве одномандатных кандидатов активистов «Яблоко» в Нефтекамске. Там «Яблоко» пошло только по партийным спискам.
Всякий раз доводами за нерегистрацию были формальные причины, какие-то помарки в подписных листах. Если говорить о жалобах или нарушениях, можно ли сказать, что вот были какие-то вопиющие нарушения, которые вы фиксировали или ваши коллеги? Смотря что считать вопиющим нарушением. Вообще, мне кажется, любое нарушение, которое ведет к изменению результата, даже на отдельном участке, это вопиющее нарушение. Это нарушение уголовного законодательства. Опять же, лично я не видел глазами каких-то серьезных вбросов бюллетени пачками, например, да, здесь таких вещей, в частности, в Нефтекамске, я не видел и ни от кого не слышал, и явка об этом говорит, она не очень высокая. Параллельно со всеми этими процессами у нас изменилось избирательное законодательство, выборы стали проводиться долгосрочно, 3 дня в данном случае они были, имеются подозрения к прозрачности процедур в предыдущие дни, когда как раз еще это самое наблюдение не было в полной мере развернуто. Потому что, вот, например, на том участке, где я присутствовал при подсчете, большая часть голосов была отдана в предыдущие дни. В конвертах эти вот бюллетени находились. И у наблюдателей есть вопросы как раз к тем людям, которые голосовали досрочно. А голосовали ли они? Для того, чтобы удостовериться в этом, они просили продемонстрировать журналы избирателей, чтобы сверить количество подписей избирателей с бюллетенями, поданными в предыдущие дни, но этого дать избирательная комиссия не дала. Обращения в территориальную комиссию также ни к чему не привели. И вот в этом смысле я и говорю, что открытости больше не стало. На прошедших выборах было в ряде регионов дистанционные формы голосования. Как вы к этому относитесь? Ну, любые изменения в эту сторону, в сторону увеличения, потенциального увеличения активности граждан, я воспринимаю, в принципе, позитивно. То есть, вот концептуально я не против дистанционного голосования. Другое дело, как это будет реализовано с точки зрения контроля. Если это будет прозрачно, то не вижу проблем. Все-таки, действительно, к цифровизации мы идем, и, возможно, для части граждан это будет дополнительной мотивацией все-таки проголосовать. Вот. Да, есть куча сомнений. После выборов в Москве, где это уже реализовано, многие эксперты отзывались, что там есть, опять же, сложности, мягко говоря, да. Вот. Но мне кажется, есть способы того, как это все сделать прозрачным, наверное, есть. Поэтому, опять же, я поддерживаю. Сегодня в необычной майке Чекмагушевский район. Это особый район, где были особенные выборы? Нет, вообще никакого отношения к этим выборам эта футболка не имеет. Это как и у любого уфимца в втором поколении. Есть там как, две родины. Одна из них Чекмагуш, которая в этом году отмечает свое 90-летие. И еще у меня есть футболки с, ну, с принадлежностью Бишбуляку. Как вообще в целом оцениваешь выборы и, может быть, ну, конкретные какие-то наиболее конкурентные участки, конкурентные районы, которые можно выделить? Судя по насыщенности, у нас сами выборы, ну, такого уровня только раскачиваются, как поле для политической конкуренции. Как это, ну, мы видели по Нефтекамску, например, да, что, ну, прям как большие выборы проходят, ну, выборы в райсовет, ну, которые обычно проходят в таком, ну, проходном формате. Это так. Незаметно. Да, там, где нету интересантов из числа там представителей бывшей власти, которые там нахватались о земельных участках, им надо легализовать или защитить, то никто особо не интересуется, ну, райсоветскими, сельсоветскими выборами. И все как бы обычно заканчивается на уровне, ну, выборов главы региона или выборов там горсовета Уфы или выборов, ну, в госсобрании. А здесь мы видели, было несколько, ну, поставщиков информации о политической конкуренции. Что, ну, в общем, здорово. Мне, как, ну, специалисту в формировании гражданского общества, ну, интересно, что, ну, Башкирия состоит не только из Уфы. Ну, я интересовался, интересно, за выборами, которые проходили в Чекмагуше. Там в силу, ну, ряда акторов это, ну, политической борьбы, вот они прошли достаточно традиционно. Я посмотрел, там, ну, 70 и 70 в пользу председателя колхоза Бирта Мусина, которого поддержал и его потенциальный оппонент. Сказал, вот, там, голосуйте за него, потому что, ну, видимо, там, мои односельчане, староколмашевцы поняли, что с этим человеком, с Альбертом Мусиным придет, ну, вот там инвест-проект, который он защищал у Хабирова на инвест-часе. И, ну, в целом, ну, деревня такая очень большая, хорошая, но за 20 лет или 30 лет, ну, немножко разграбленная, немножко просевшая. Острота этих выборов была управляема.
вот, локально, локализованно, ну, там у тебя был голос, и там были какие-то еще были интересы, потому что, ну, высокая мотивация, ну, накрыть отдельную часть там республики. Были достаточно перед выборами, прямо конкретно в августе, в сентябре, несколько движений в поддержку вот Куштау, в Зелиловском районе, в Баймаке. Оказались ли эти настроение в отношении вот этих выборов в органы местного самоуправления? Повлияли они как-то вообще на выборы? Ну, пока таких у меня политологических знаний, ну, не хватает для того, чтобы оценить. Но то, что это как бы в общей увязке целого поливения по стране и по планете, которые, ну, чувствуется, это и Хабаровск, это и Минск, это ШИЕС, и, ну, люди начинают понимать, что они являются акторами, и если они не скажут, там. Другое дело, что этим можно манипулировать, можно там сгущать, разжижать какие-то там, ну, моменты, на чем-то концентрировать народное негодование. Где-то там фоновое напряжение от ковидного стресса, да, у людей накопилось, им захотелось сказать свое веское слово там, ну, по любому поводу. Но общий как бы запрос на справедливость, запрос на негодование. На уважение. Да, есть. И естественно, что люди с негодовальческой риторикой, докольщики, они больше имеют шансов собрать народного, как бы сказать, обожания. Ну, на какой-то период. Потом начинается другая нудная системная работа, что вот это доколе надо куда-то воплощать, какие-то там скучные законы, какие-то минфины ходить, что-то клянчить какие-то деньги, чтобы это все работало. Это уже другой вопрос, другие как бы люди с другой психикой. В следующем году мы будем выбирать депутатов Государственной Думы. Политическая борьба ожидается как никогда серьезной. Депутат Госсобрания Юрий Игнатьев заявил, что «Справедливая Россия» ведет планомерную подготовку. Уже через год у нас состоятся выборы в Государственную Думу, может быть, даже раньше, сейчас говорят эксперты. Как «Справедливая Россия» готовится, будет ли участвовать в этих выборах? Какие задачи ставите? Подготовку ведем в каком плане? То есть мы и не останавливались. То есть я говорю о том, что мы там с 2017 года постоянно ведем какую-то предвыборную работу. Она у нас постоянно, каждый год у нас какие-то получаются выборы, поэтому мы постоянно в какой-то работе. Плюс ко всему прочему, у нас постоянно работает Центр защиты прав граждан на постоянной основе. Даже если вспоминать то время пандемии, то есть он не прекращал работу, он работал в режиме онлайн, он консультировал граждан, то есть в то тяжелое время, когда люди начинали терять вопрос, то есть там была консультация по поводу там ипотечных каникул и так далее и тому подобное. То есть у нас выходят газеты, у нас выходят листовки. То есть у нас какая-то постоянная планомерная работа ведется. И, конечно же, мы планируем, что в 2021 году мы будем участвовать в выборах депутатов Госдумы. Какие приоритетные законы, которые вы рассматривали с вашим участием, могли бы отметить? Наверное, одни из самых таких громких законопроектов, ну, наверное, возьмем закон о парковке, который обсуждался, ну, довольно долго, вызвал большой резонанс, большое обсуждение, большое количество поправок. И тем не менее, он уже работает, он принят, он приносит свои результаты. Как бы это ни печально ни звучало, то есть собраны большие штрафы, но все-таки я надеюсь, что закон будет приносить свои плоды не только, допустим, летом, когда мы там явно видим эти газоны, но и зимой, когда там людям элементарно пройти негде, и тем не менее, водители паркуются. То есть, да, придется штрафовать, но тем не менее, я считаю, это вынужденная мера, может быть, мы как-то дисциплинируем водителей. С другой стороны, штрафуя людей, не предоставляя возможности обычных парковочных мест, людей это тоже возмущает. Я понимаю, но человек, если приобретает автомобиль, пусть будет добр человек и позаботится о парковочном месте, как бы то ни было. Как это, опять же, таки грубо не звучало, но тем не менее это есть. Но если вы не можете парковаться, если вы там не ставите на стоянку, либо вам там лень пройти там два двора, где есть парковочные места, ну, извините, вы будете оштрафованы. Но других-то людей тоже нужно уважать, да, нужно уважать труд тех жилищников, которые там садят эту траву, да, то есть там детей, которые на площадках этих детских, потому что иногда доходит до абсурда, когда там заезжают аж на детские площадки, ставят, паркуют автомобиль. Возьмем это же самое зимнее время, когда и без того там на улице скользко, да, людям... Невозможно убрать. Да. Да, невозможно убрать снег, людям невозможно ходить. Поэтому, извините, давайте думаем не только о себе, что где-то припарковаться кому-то мне негде, там у меня нету парковочных мест, город там не обеспечил парковочными местами. Давайте думать о других. Что удалось или что было инициировано ваша партия? Если говорить про госсобрание, ну, нужно учитывать то, что я работаю в комитете на постоянной основе, да, поэтому какие-то инициативы, они просто озвучиваются и принимаются уже непосредственно в самом комитете. Одна из инициатив, вот, которая последняя, именно фракционную мы подали,
это о том, что было бы неплохо, если бы наше государство, наше правительство в республике все-таки оказало бы помощь детям в возрасте от 16 до 18 лет, которые, как мы считаем, несправедливо обошли и не выделили единовременное пособие. Это вы имеете в виду 10 тысяч рублей в период пандемии, которые получили наши семьи? От 3 до 16 детям выделили, от 16 до 18, но почему-то нет, почему-то обошли. Хотя мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте дети, там кто-то поступает в техникум, кто-то поступает в институт, а сами понимаете, это нагрузка очень серьезная для тех же самых родителей. То есть мы эту законодательную инициативу, этот проект внесли в госсобрание. Сейчас посмотрим, как он пойдет. Другая резонансная инициатива комитета вашего – это закон о тишине. Скажите несколько слов об этой инициативе. Инициатива исходит даже не от нашего комитета, инициатива исходит от неоднократных просьб наших избирателей. Конечно, там, молодые мамы, дети в обед. Опять же вызвало большой резонанс, вплоть до того, что нам пришлось проводить общественные слушания, мониторить потом те отзывы людей, которые были либо за, либо против данного законопроекта. Но, тем не менее, все-таки перевешивает о том, что необходимо в обеденный час запретить какие-то там ремонтные работы или там устраивать какие-то шумовые действия. Это какой период примерно? Это... С часу до трех. С часу до трех. То есть в это время должна быть тишина? Абсолютно верно. Ну, да, я думаю, что и пенсионерам, и мамам с детьми это важная инициатива. Этот законопроект сейчас на решающей стадии, да? Да, сейчас вот в ближайшую сессию мы будем его рассматривать. Выборы 2021 года должны пройти проверку на доверие и честность. Как их обеспечить? Обсуждаем далее. События в Беларуси показывают, что если люди не верят результатам выборов, то это, в принципе, плохо и для власти самой. То есть те события, которые сейчас продолжаются, и особенно шли в Беларуси, показывают, что люди просто не верят 80%, которые проголосовали за Лукашенко. Что сделать для того, чтобы повысить доверие к избирательной системе и к выборам в целом? Что вы предлагаете? Я вот подтвержу, да, этот тезис, что люди не верят. Явка очень низкая, об этом в том числе и говорит. То есть институт выборов для людей теряет свое значение. А чтобы это самое доверие повысить, вернуть для начала, а потом повысить, мне кажется, нужны системные изменения на всех этапах избирательного процесса. То есть как на этапе регистрации, так и на этапе подсчета голосов. Когда гражданин увидит, что выборы имеют смысл с точки зрения достоверности подсчета, люди пойдут на выборы. То есть пойдут те же самые 60, там, может быть, 70% граждан, которые, в принципе, готовы это делать. Вот у меня такое мнение, что процентов 70, не больше, реально можно убедить в этом. Но, опять же, мало обеспечить наблюдение и прозрачность подсчета. Нужно вернуть возможность регистрироваться, чтобы эта процедура была прозрачной, чтобы судебная система принимала решения все-таки независимо. Была реальная конкуренция политическая, и в бюллетенях находились не только люди согласованные, как у нас это бывает, но и люди реально независимые. Вы были одним из участников событий на Куштау, и как вы считаете, вот эти люди, которые проявили себя там как достаточно, ну, как лидеры, может быть, они должны проявиться в... скажем, в политической системе республики в качестве тех же депутатов или каких-то лидеров? Не просто должны, на мой взгляд, они обязаны это сделать. Потому что появление новых лидеров, как бы ранее неизвестных, но зарекомендовавших себя как именно лидеров, это очень хорошая такая вещь, перспективная вещь. Она действительно повысит авторитет власти в целом и все-таки увеличит возможность вот этого диалога, которого не хватает. Поэтому действительно я уже даже могу сказать вот открыто, что я этих людей лично призываю к тому, чтобы они начали вести вот эту вот конструктивную политическую борьбу, заявлять о себе не только как сиюминутных каких-то лидеров одного события, но и как потенциальных руководителей. Сегодня мы не видим этих лидеров. Да, кстати, их появление в выборной кампании в качестве тех же наблюдателей я сам ожидал, я их призывал к этому даже, соответственно. Но пока этого не случилось, я думаю, что осознание, может быть, еще не пришло. И, в общем, времени пока было мало на то, чтобы как-то организоваться. Для того, чтобы это вот ввести в это вот такое политическое поле, наверное, нужны какие-то знания, которых, возможно, не хватает. Нужны какие-то эксперты, которые рядом будут и подскажут. Вот я, в принципе, позитивно на это смотрю, с оптимизмом точнее, да, и думаю, что это случится. Но пока этого нет, я признаю. Как ты считаешь, у нас впереди федеральные кампании. Будет ли вот этот послекуштауский эффект того, что те лидеры, которые там выявились в этот период, проявят себя как-то в политическом пространстве? Во-первых, я думаю, что они уже себя проявляют
в политическом пространстве и раньше проявляли. Я вот был на встрече в Общественной палате России на круглом столе, посвященной куштауской теме. Там увидел вот интересные, свежие лица гражданских активистов. Наши земляки, приехали в Москву. Жители, жительницы Столетамака, допустим, которые могли бы вполне, ну, получить большую легитимность, участвуя в, ну, в каких-то наших гражданских институтах. Еще один вопрос. Ты руководитель аппарата Общественной палаты, наблюдаешь за выбором, но есть все-таки достаточно устойчивое мнение у либеральной части общества — недоверие к выборам вообще, к результату. Как повысить уровень доверия к выборам? Выборы ничего не решают, это политтехнологема. Это такая установка нужна для того, чтобы приземлить и оставить дома, ну, ненужный тебе электорат. И, ну, партия власти, как правило, этим пользуется. Визуальный захват города и, ну, фоном транслируется мысль, которая легко подхватывается, о том, что вот, ну, останутся дома, мы там тут решаем, сиди дома. Это снижает явку. Вот. И останавливает дома тех, кто, ну, пойдет против власти там голосовать. Вот. Во-вторых, мы сейчас в интересное время живем, когда уже в России есть прецеденты прямой демократии. И, ну вот, не то, что я не хочу сказать, что депутаты – это уходящая фактура, представители демократии, там, органы законодательной власти, но, может быть, пройдет там, ну, 15 лет, когда мы в той или иной форме, у нас будет очень много механизмов прямой демократии, голосования через госуслуги. Технически к этому все готово, ментально еще, ну, не готово. Мы еще не готовы ментально, вот. Да. И я думаю, что общий мировой тренд снижения интереса к вот таким традиционным теплым ламповым выборам с бюллетенем, там, с это как раз, ну, глобальное явление, которое будет разрушено после того, как мы перейдем к прямой демократии. То есть не будем мы один раз в 4 года голосовать вот за тебя, а будем голосовать раз там, в полгода, срубить эти липы или не срубить. Многие адресуют тебе авторство телеграм-каналов нескольких, которые есть в республике, которые сейчас во многом формируют современную политическую повестку дня. Можешь признаться, какие телеграм-каналы ведешь и ведешь ли вообще? Я вел один телеграм-канал в качестве со-модератора. Это был телеграм-канал «Уфимский Фейсбук», куда меня аноним пригласил. Вот. Там было очень много ко-модераторов. Это было, ну, года 2 назад. Я попробовал, как это работает. И оттуда, ну, выпилился, потому что не нашел консенсус с другими ко-админами. Мои, как бы, посты выпиливали. Вот. Я вел несколько сайтов анонимных, когда казалось, что, ну, интернет анонимен. Вот. Это было 20 лет назад, там, 15 лет назад. И в эти молодежные игры наигрался. Вот, поэтому... А книги пишешь? Книга написанная, сверстанная, лежит. Когда выйдет? У меня в облаке. Я не знаю, когда я определюсь с дизайном. И... А политики о чем? Это твердая копия моего интернет-следа. Потому что, ну, сервера грохаются. Моих публикаций 20-летней давности уже нигде нету. Вот, их надо вовремя, ну, оставлять. Книги живут, ну, 100 лет. Может быть, когда-нибудь книгу прочитаю. А песни? Я знаю, ты еще поешь. Песни. Сочиняешь? Ну, нет, песни не сочиняю, но петь нравится. Это был Шамиль Валеев. Ему нравится петь, и он пишет книгу. Скоро мы увидим. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь, а впереди наш традиционный блиц. Вы бы пошли в депутаты Госдумы? Сложный вопрос. Совмещать должность шеф-редактора «Эхо Москвы» и работать политическим деятелем запрещено. Да, в принципе, редакционной политикой. Но я допускаю такую возможность. Если коллеги так решат, то да, конечно. Да. Какую книгу вы сейчас читаете? Читал отрывки из книги «Большой оркестр» Анвера Бекчентаева. Я там, ну, выходные там гулял и зашел на Коммунистический 45. Вот, и увидел, где это все происходило. Я заканчиваю книгу уфимского писателя Игоря Савельева «Как тебе такое, Ирон Маск», посвященную политическим событиям страны. Четвертая мировая война про искусственный интеллект. Что для вас справедливость? Да, вопрос сложный, риторически даже, наверное. Ну, знаете, справедливость, когда максимальное количество людей могут даже не заявить, а внутри себя ощутить, что происходящее вокруг не вызывает у них отторжения и каких-то сложных вопросов. Я не скажу все, наверное, это невозможно. Но когда критическая, максимально критическая масса людей могут признать это.
Справедливость. Я недавно услышал, что справедливость – это от лукавого. Вот, это было настолько для меня неожиданно, как так срезонировало, что я до сих пор осмысливаю, я еще до сих пор не понимаю. Потому что для многих людей справедливость – это возможность, выпучив глаза, не давать жить другим людям. А с чем это? Она субъективна или объективна справедливость? Ну вот я не знаю. Знаете, справедливость, наверное, все-таки это достойная жизнь, чтобы государство все-таки заботилось о людях. Это не тяжело только там своей жизнью, а в первую очередь прислушиваться к народу. Есть ли у вас мечта? Мечта у любого человека есть. Вот. И их даже больше, чем одна, я бы сказал. Да, есть. Ой, вы знаете, наверное, мечта одна, чтобы все-таки мои дети выросли здоровыми, умными, и чтобы все-таки, наверное, им государство досталось такое, которое они заслуживают. Поэтому я, вот, наверное, и занимаюсь политикой, и хочу, чтобы жили они в достойной стране. У меня есть мечта создать ресурсную отрасль в Республике Башкортостан. Ну, это такая, локальная мечта. У меня больше и не осталось.